Привет всем зрителям моего канала. Друзья, на 10 тысяч спасибо, что вы со мной, и время подвести итоги конкурса. В этом видео вы услышите имена победителей, а потом я распакую и покажу посылку с интересными монетами от подписчика. Прямые трансляции конкурсов проходят на лайв-канале, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить стрим. Для всех, кто был в прямом эфире, я проводил отдельный конкурс с подарками. Было весело, и все ребята получили свои монеты. Конкурс. У нас одно видео, там, где расплачиваемся новыми 20 гривен в магазинах. А вот здесь вот нужно написать блок комментарий, поставить лайк. И у нас сейчас случайным образом выберется любой комментарий человека, который... И тот, кто написал, получит монету 10 гривен и 20 гривен бумажными. Юбилей. А второе, это тоже розыгрыш, который я делал на распаковку 1 гривна из обихода на одного человека, целую коллекцию. Банкнот, вот у нас вот эти гривны, они вот в этом обзоре есть. У нас есть победитель. Хочу новую двадцатку. Вячеслав. Давайте зайдем к Вячеславу. Посмотрим, подписан ли он на канал. И подписки, друзья. Вот видите, мой канал есть. Я с радостью поздравляю. Итак, анализ комментариев. Опять у нас идет. Хочу редкие номера. Итак, давайте, Ятью ТВ посмотрим. А этого пользователя мы поздравляем. Запускаю новую рубрику на канале. Посылка от подписчика. Если у вас есть юбилейные или обиходные монеты Украины, я готов вас их купить для себя в коллекцию. Так что пишите мне, пожалуйста, в Viber либо в Telegram. Первая посылка. Сейчас посмотрим, что у нас прислал. Две монетки. Подписчик от города Днепр, две монетки. Это 95-й год. 95-й год, довольно интересная монета. Так вот выглядит монета. В принципе, состояние более-менее. То есть не бита. То есть вы обязательно смотрите, когда берете монеты, смотрите, не бита ли монета, нет ли там царапин, каких-то вмятин. Видно, конечно, эти монеты, они все у нас из обихода, в штемпельном блеске, но я прям так не встречал. Вот, если вы какую-то видите блестящую, то, скорее всего, она там чищена. Вот, ну, тут немножко, видите, царапинки есть на самом гербе, но в целом это интересные монетки. Конечно, видите, на единице у нас есть царапины. Вот, например, такую вот недавно, вот я такую приобрел монету, тоже, она, видите, блестит, полностью блестит. Понятное дело, она очищена. Эту взял я за 25 гривен, это 96-й год. Вот. Но она мне понравилась тем, что есть небольшой поворот. Небольшой градус. Их можно хранить в коллекции как угодно для себя. Вот я, например, для себя выбрал хранить вот в таких вот холдерах. Довольно красиво смотрится. Сейчас монеты 95-го потихонечку набирают в стоимости, потому что тираж у них был небольшой, в районе 50 тысяч. И они довольно стоят, советую положить себе в коллекции, отложить. Вот, если у вас есть такие монеты 96-го года, в принципе, я покупаю вот для себя в альбом. Могу даже показать, как выглядит вот такой вот у меня альбом. Да, вот я вот обиходку вот так вот складываю, да. Ну, есть какое-то количество обиходки, которые я складываю к себе такой вот альбом. И непосредственно с подписями и с теми браками или с теми штампами, которые мне интересны, которые я бы хотел в коллекции. Как-нибудь в будущем я обязательно сниму подробный обзор. Посылочка от подписчика с монетами Украины. По крайней мере, так было заявлено. Давайте посмотрим, так, как это, с чего начинается распаковка этой коробки. О, какой-то бонус. Так, это, ну, больше ничего нет. Ух ты, я такого никогда и не видел. Это что-то... Я же не знаю, что это такое. Может, это какие-то оккупационные деньги? Нет, какие-то... Так, интересно. Вот что-то похоже на рубли. Республика Беларусь. Да вот такие это точно я видел. Слушайте, супер, супер. Не моя тематика, но все равно приятно. А вот тут вот какая, гляди, прикольно так прям мягенько запаковать. Вообще, супер запаковка. Конечно, эти штуки мне очень нравятся. Вот, но... Монеты найдены. Тут смотрите их сколько. Угу. Давайте же смотреть, что тут за монеты. Итак, начнем. Ой, главное, что-то уже вылетело.
О, отлично, наверное, самая интересная монетка. Давайте сейчас будем разбираться, что тут за монеты. Эта монетка у нас области 2014 года. У меня такой нет. Сумская область. Ой, здорово, ребята. Очень я такую хотел себе монету в коллекцию. Сейчас покажу, как я храню именно свои области. Да, и в принципе рекомендую, кто, кому тоже интересна упаковка. Вот так вот у меня мой лист с областями. Вот смотрите, очень прикольно смотрится, оно все запаковано, закрыто, и вот можно их собственно собирать, складывать. Как раз вот этой области у меня не хватает, ну и не только, еще Николаевская, конечно, те 2012 года области довольно редкие, и конечно их хочется себе в коллекцию. Будет у меня здесь лежать Сумская область. Здорово, здорово. Так, что дальше? Какая большая у нас, это 5 гривен. Очень красиво, очень Национальный банк Украины. Что у нас? Вот 2 гривны 2013 года. 100 лет Национальная музычная академия Украины. Здорово, очень красивая монета. Вот это у нас Анна Ярославна, 2 гривны 2014 года. Давайте дальше. Следующая монета тоже 2 гривны 2014 года. О, Евгений Березняк. Так, что дальше? 2 гривны 2013 год. Так. О, это у нас чемпионат по художественной гимнастике, чемпионат мира. Ой, тоже замечательная, красивая монета. Так, и Владимир Сергеев. Вот. Я думаю, на все эти монетки я сделаю отдельный обзор, расскажу про них. В свое время придет, сделаю. Друзья, спасибо большое. Спасибо большое за посылочку. Очень мне понравилось, просто потрясающе. Более детально про эти монеты обязательно расскажу. Спасибо вот за такой бонус, да, приятный такой, необычный. Друзья, добавляйтесь в наш телеграм-чат, где можно обмениваться разными посылочками, обмениваться монетами. Вот, добавляйтесь. Всем пока.